Всем привет, мои дорогие друзья! Мы, собственно, продолжаем играть в наш хеллбой. В прошлой серии у нас был такой какой-то странный дебильный босс, мы его прошли. И это, собственно, уже финальная серия у нас. Последний уровень остался. Так. Старые добрые друзья, да. Виделись уже. Так. Патрончики можно взять. Патрончики. Крокодайлы, блин.
Так, здесь мы были. Так, по-моему, еще одна дверь. Вот, да. А вот и ты. Так, жизнь у меня пока. Не странно, она у меня полная, потому что у меня были патрончики. О, еще одна. Так, ну у меня почти накопилось супер режим. Значит, можно использовать. Yeah.
еще есть. Да. Спасибо. Большое спасибо. Так, давайте возьмем. Да! Да! Помню, это финальный уровень. Это обезьяна. Две обезьяны. А, это карточка вот этой двери. Да.
Кто открыл? Ладно. Это что еще такое? Что за арена такая? Вот такая. Ну не блок, а гранаты кидаются. Вы очень меня точки зависите. Я думал, что для каждой такой двери придется карточку какую-нибудь отдельную искать. Она, кажется, она оказывается для всех подходит. Ладно. Это обезьяна. Да! 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 Да!
А, нет, она у меня уже установлена. Играю игру вслепую, поэтому такие места на видно. Видите, нормально. Так.
устранение. Что же интересно, аптечка тут. Мне она не нужна. Опять эта обезьяна. Наконец-то. Да, наконец-то покончим с этим. Да, все. По-моему, последний босс. Отличная работа, юнит 1. Мои проект наконец-то прошел. Ой, подошел к завершению. Thank you.
Hellboy. Все, титры. Давайте уйдем. Здесь ничего нет. Никакой после титровой заставки здесь нету, собственно. Ну что, ребятушки, вот, прошли, собственно говоря, игру Hellboy. Как-то такая основная игра Hellboy. Ну, единственная, наверное, большая игра про него. Я, конечно, вряд ли буду проходить версию там, 3, на Xbox 360, потому что эмулятор PlayStation 3 он еще далеко отсутствует. Поэтому пока еще рано. В будущем посмотрим. Так что, ребятушки, всем спасибо, кто меня смотрел все это прохождение. Всем удачи, всем добра и всем пока-пока-пока. До скорой встречи. Всем пока-пока.